В первый день весны в округе прошел ежегодный открытый межзональный фестиваль-конкурс «Ах ты, удаль люберецкая». Ему исполнилось 25 лет. На фестиваль съехали сильнейшие коллективы из Москвы и Подмосковья. На празднике танца побывали и мы. Для учащихся детской хореографической школы округа сцена Люберецкого дворца культуры давно родная. Но выступление на таком престижном фестивале всегда волнительно. Постоянно такое чувство, переживание, растерянность, но и в то же время радость. Да, нам очень нравится тут выступать, учиться, потому что тут очень хорошие учителя. Нам говорят каждый раз стараться, мы стараемся танцевать, нам очень нравится. Пока одни коллективы демонстрируют свое мастерство на сцене, другие оттачивают кульминационные движения, чтобы через несколько минут блистать на сцене. Солистки ансамбля эстрадного танца «Ритм» заряжали бодрым и веселым настроем. Яркие эмоции, порыв души и отдача – вот, пожалуй, самое главное, что может сделать успешным выступление на сцене. Члены жюри оценивали конкурсантов по нескольким составляющим. Их возможности, их актерское мастерство, их выразительность, сценическое поведение на сцене, соответствие костюма, номеру, название. Вот то, с чего складывается оценка. Хочется фантазию посмотреть, искрометность. Танцевальный фестиваль впервые прошел в Люберцах 25 лет назад по инициативе директора детской хореографической школы Татьяны Тропиной. Тогда, в марте 1997 года, участвовали всего 7 коллективов. В нынешнем году около 70. Лучшие танцевальные коллективы Москвы и Подмосковья поборолись за призовые места в разных номинациях. Это и классический танец, вот в данный момент классический танец идет, и народный танец, и довольно-таки много народного танца, и эстрадный степ есть, и эстрадный джаз, и есть историко-бытовой есть. Мы учимся друг у друга, детям нравится танцевать, музыка хорошая, которая для детей, и вот в этом самый, я думаю, что настоящий секрет. За звание лучших коллективов танцоры боролись в течение дня. Яркий рисунок танца и эмоциональный посыл артистов не оставил равнодушными. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.